Радио 54. Мэри Поппинс — это моя первая главная роль в этом театре в новом сезоне. Я работаю всего первый сезон. А как же Венеция? Ночь Венеции, да. Ну, там, получается, 4 самых главных персонажа. Я одна из четвертинка главной роли. Ну, Мэри Поппинс, я считаю, что это... Ну, это звезда, конечно. Конечно, это мечтает сыграть любая актриса, я так думаю. Я очень волновалась вообще, в принципе, когда мне ее дали. Спасибо Леониду Михайловичу Кипнису, нашему директору, что вот, дал, кстати, такую возможность. Между прочим, Алина в Новосибирском музыкальном театре с прошлого года. Как вы думаете, почему вам дали сразу практически такую роль большую? Ну, не сразу. Ну, не сразу. Ну, что не сразу? В прошлом году раз пришла, и все, и звезда. Поверили. И это ценно, я думаю. Поверили, что я смогу это сделать, смогу это воплотить. Надо сказать, что Алина профессионал. Я вот к чему веду. Между прочим, она окончила дирижерское хоровое отделение Курганского музыкального колледжа. Потом еще у нас училась в консерватории имени Глинки. И вообще-то у нее очень много наград. Во-первых, она лауреат первой степени Сибирского тура международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада» в Томске. Первой степени лауреат международного фестиваля конкурса «Адмиралтейская звезда». И первой степени лауреат открытого городского вокального конкурса фестиваля «Будь в голосе». И это еще не все награды. Лауреат это всего, ладно. Да, вот. Алин профессионал. И в мюзикле семейном «Мэри Поппинс» она поэтому, мне кажется, потому что она профессионал, у нее много наград. Она так и пришла и сказала: так, главную роль мне. Алина, дальше слушаем. А, дальше, да. Так, а что дальше? Ну, дальше. Про спектакль. Музыка. Да. Я вообще, да, в принципе, хочу сказать про музыку, что это очень ценно. Я очень люблю Максима Дунаевского, обожаю его мелодии, его мотивы. Я думаю, это всеми любимая музыка с детства, да, всех поколений. И я очень рада, в принципе, что я сама это все пою, исполняю эти хиты. Это очень ценно, здорово. И когда все тебе подпевают, это просто вообще волшебно, правда. Наверное, одна из самых лучших наград, когда тебе, да, подпевают. Мне кажется, вам нужно вести такой, знаете, момент, как сказать, прием активизации публики, чтобы, допустим, вы поете, раз, и замолчали, и в этот момент, чтобы, да, зал пел, да? Смотрите, какими он словечками бросается. Сегодня день работника культуры. Конечно, конечно. Прием активизации публики. Боже мой. Зато публика нам может помочь, если мы вдруг слова забудем. Да. А что касается второй части вопроса, кем вдохновлялись? Взяли что-то от Андрейченко, например? От Андрейченко я взяла какие-то манеры. В плане, вот она такая вся, у нее необычные, изысканные манеры у Мэри Поппинс. А так... А вообще, кстати, вы знаете, что должна была играть в кино другая актриса? Но в тот момент Андрейченко как бы была, так сказать, супругой Дунаевского. Да. Ты на что намекаешь сейчас тут с Алиной разговаривая? Я ни на что не намекаю. Как не стыдно тебе. Поэтому она оказалась... Мы уже обсудили, у Алины много наград, и поэтому она играет главную роль. Поставил условие, что он напишет музыку только в том случае, если она исполнит главную роль вот в этом фильме. Ну ладно. Вот так. Да. Ну, неплохая музыка получилась. Значит, я думаю, все сошлось так, как нужно было. Хорошо. Алина, может быть, тогда мы проиллюстрируем что-нибудь прекрасное из этого? Давайте, а может, вы, ваши пожелания? Что можно сказать? Ну, я люблю «Леди совершенства», это моя... Я тоже, это моя самая любимая. Мой фаворит. Вот это «Леди», «Леди», «Леди». Да, «Мэри Леди», не «Мэри Леди», а «Леди Мэри». «Ветер перемен» тоже всеми любимая. Ну, нет, она очень тоскливенькая такая. Но она светлая, грусть. Да, она светлая, но грусть. А у нас бодрящее утреннее шоу, поэтому давайте «Леди бодрящее совершенство». «Леди совершенство». Хорошо. Кто от шпильки до булавки, тун-дун, кто от туфелек до шляпки, элегантность сама от меня без ума, и весьма почтенный джентльмен седой, и мальчишка любой. И когда легко и просто выхожу на перекресток, все автобусы в ряд неподвижно стоят и гудят машины, красоте салют. Леди, как вас зовут? Мэри, леди Мэри, Мэри, леди Мэри. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство. Вы само совершенство, вы само совершенство. От улыбки до жеста выше всяких похвал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство. Знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Мэри, леди Мэри, Мэри, леди Мэри, Мэри. Класс. Потрясающе. Ну давайте немножко погостим. Ну давайте, ветер перемен, Алина. Ну давайте. Давайте. Ура. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла,
Им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей, срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх, кружат ветра, кружат ветра сотни лет, и день и ночь вращается карусель, земля. Сотни лет все ветры возвращаются на круги своя. Браво! Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106.2 FM.